Тихий увлажнитель воздуха с большим прозрачным резервуаром и двумя режимами работы. Сегодня в видео рассмотрим ультразвуковой увлажнитель бренда Xiaomi Dirma DE MF325. Комплектация простая: само устройство и руководство по эксплуатации. Гарантия на прибор 1 год. Прибор подойдет для пространства площадью до 30 квадратных метров. Пластиковая прозрачная конструкция резервуара позволяет наблюдать за уровнем воды внутри. Он вмещает 5 литров. Внутрь в качестве оформления можно положить все, что угодно. Например, ломтики цитрусовых или цветы. Прибору это никак не навредит. В резервуар можно капнуть масло, чтобы придать воздуху приятный аромат. Управлять увлажнителем можно при помощи одной клавиши. Здесь два режима работы. Средний для ежедневного использования и более мощный для быстрого и интенсивного увлажнения. При переключении режимов будет загораться один из двух индикаторов. Увлажнитель автоматически контролирует уровень воды в резервуаре. Если ее недостаточно, прибор мгновенно отключается и издает звуковой сигнал. Встроенный губчатый фильтр задерживает крупные частицы пыли и грязи, благодаря чему испаряется только очищенная вода. Уровень шума не превышает 36 дБ, поэтому увлажнитель можно спокойно ставить в спальне и детской комнате. Подведем итог. Dirma DE MF325 – недорогой ультразвуковой увлажнитель с прозрачным резервуаром для воды на 5 литров. Два режима работы. Большой объем. Автоматическое отключение при недостатке воды. Функция ароматизации воздуха, а также встроенный фильтр. В этом приборе есть все необходимое за приемлемую цену.